Ребята, посмотрите, я форель засолила, целая ведерко. Посмотрите, вкусняшка какая будет. Я обожаю просто рыбку, а вы? Я ее посолила, перчиком поперчила немножко. И вот завтра еще будем кушать с Антошкой, ананас будем лопать. Вкусняшка. Ребята, я баклажаны сегодня жарила. Посмотрите, вы любите баклажаны? Я обожаю. Мы с Антошкой очень любим кушать. Такие вот вкусненькие. Я их сначала в яйце, в кляр делала из яйца, потом в муке, потом на сковородочку. Вкуснота, да и только. Посмотрите, ребята, захожу на кухню, смотрю, орешки нагрызаны. Ну ладно, орешки я убрала. Думаю, где мой Кешенька? Зашла шкафчик закрыть. Зашла шкаф закрыть, чтобы Кешенька мой туда не залез. А Кешенька уже здесь. Только тебя там не было, да, Кешенька? Только Кешеньки там не было. Смотрите, ребята, выходи давай. Выходи, говорю, в терочку. Антон, иди посмотри, куда залез. В терочку любуется. Только тебя там не было. Я его начала ругать, говорю, этот, а он туда прячется, дальше залезает. Выходи, говорю, выходи, выходи по-хорошему, выходи, Кеша. Сейчас я его достану, ребят. Уже у меня спальня. Не выходит ни в какую, а я ж его тоже боюсь. Что вы думаете, сейчас я его полотенце. Выходи. Выходи по-хорошему, говорю. По-хорошему выходи. Как его достать оттуда? Что, достала я его, ребята. Пусть сидит здесь, свою баночку любуется. Да, вот сиди возле своей баночки здесь. Нечего тебе там делать.